Бо-бо-бо! Ребята, сегодня мы поиграем с Балди! Но не простым, а с Балди, да еще с Гримас-шейком! Короче, намечается что-то прикольное. Так что прямо сейчас можешь поддержать меня лайкосиком. И, конечно же, подписаться на канал, если ты не делал этого раньше. Давай, подпишись, не ленись! И для всех, кто любит искать пасхалочки в моих видосиках, в этом видео я спрятал 4 пасхалки в виде гримаса вот такого. Попробуй их найти и напиши тайм-код в комментариях. И, возможно, именно твой коммент попадет в следующий видосик. А сейчас хватай вкусняшки и начинаем! Да, он, пожаловать на коктейльчик. О, а это кто? Это я, Балди. Локи, приятно познакомиться. Выбирай. Окей. Итак, у нас 2 режима. Первый – это сюжетный. Соберите все 7 тетрадей, а затем покиньте школу, чтобы выиграть. Ха-ха, Балди, а ты чё такой удивленный-то, а? Ха-ха. Лучше не напрягайся, Балда. И второй режим – бесконечный. Соберите столько записных книжек, сколько сможете. Высокий балл – 0. Не, это не то. Возвращаемся к сюжетному режиму. Он мне больше нравится. И видно, Балди тоже. Привет, Балди! Добро пожаловать ко мне в школу! Хочешь коктейльчик? И чё ты хочешь за него? Ведь явно чё ты хочешь? И иди, порешай задачки, а потом посмотрим. Балди, а может без задачек, а? Не-о! Ну ладно, ладно, пойду. А то ты такой серьезный, что сейчас прям лопнешь от злости. О, вижу первую тетрадку с задачками. Ну что, готов пошевелить мозгами, а? Конечно! Тогда решим задачку. Ха-ха, как ты смешно говоришь, Балди. Все-все, не отвлекаюсь. Уже ответ готов. 11. Правильно. А вторую решишь? Конечно же, 5. Это тоже решено. Ладно, блин, а еще? А такая же уже была. Ну ничего, она тоже уже решена. Ох ты, а ты существуешь? Ну конечно существую. Балди, ты что имел в виду? Это же простые задачки, любой решит. А ты молодец, возьми монетку. А я-то думал, ты мне гримас-шейк отдашь? Ага, размечтался, как говорится. Так, все, пошел я решать еще задачки. Итак, первое. Задачка. Решу-ка. Легко. -1. Правильно. А вторую не потянешь. Ну-ну. Правильно. О, это точно не решишь. Ничего себе. Вот это ты выдал. Вот тебе ответ. 0. Чё, не понравилось? Я слышу каждую дверь, которую ты откроешь. Ничего себе. Начинается наконец-таки что-то интересненькое. Балди, я иду. Ты там как? Да ладно, Балди, ты чего? Шейка перебрал? Ха-ха! Или ты тоже задачки решал, что мозг потек? Ой, не могу! Кто тут бегает? Никто! Не бегать! Да-да, я понял. Фух, кажись, пронесло. А кто хочет попрыгать? О, нет-нет, переменка! Ты не совсем бегать. Не вовремя. Но ты ж не отстанешь, да? Эх, придется прыгать. Директор, мы бегать не будем, только прыгать. Так что успокойся. Вместе с лежащим Балди. А хотел я уйти незаметно. Угу. Пока! Пока, переменка! Надеюсь, больше не встретимся. Конечно, я очень люблю переменки, но тут эта переменка появляется в самый неподходящий момент. Балди, ты чего там? Коктейль с пола подтягиваешь? Фу! А? Это кто еще едет? О, нет-нет, это же приз! Валим-валим, я не хочу обниматься. Так, побежали вперед. Тише, приз, не бубни ты. Можешь сейчас меня подкинуть в конец коридора. О, а кто это там еще стоит? Так, свалил. Приз, ну че ты занят-то, а? Гоу, я готов покататься и пообниматься заодно. Хм, тишина, видимо, не хочет. Значит, обиделся. Опа, а это че за бит такой? Балди, это ты? Не бегать. Да-да. О, носок, свернул. Фух. Так, наша задача собрать 7 тетрадей. А если быть точнее, то найти 7 тетрадей и порешать задачки в них. Желательно, правильно, но не совсем обязательно. О, тетрадь. Переменка, блин. Опять ага. Ты? Я ага. Еще не устал, ты? Чтобы прыгать. Ха-ха, звучит смешно. Все, переменка прошла. Мы отдохнули, приступаем к задачкам. 4 - 6 будет стопы. А куда ж наш лысик делся-то, а? Балди, давай сюда. Хорош работу там прогуливать. Ну ладно, будем решать без тебя. Ответ -2. А дальше у нас -1. Так, а третья, как обычно. Решать ее бесполезно. А то можно и голову сломать. И ответ наш, конечно же, неправильный. И ничего, нам не будет за это. Балди нас даже не наругает. Кстати, а где он? О, смотрю, приз скучает. И хулиган нас встречает. Че, конфетку хочешь? Нет, значит, бери монетку. Фу, меня придушили. Приз, блин.
Блин, я уже почувствовал, что ты приблизился. И был совершенно к этому не готов. Как обычно, короче. Появился, не запылился. Совсем не вовремя. А тут, смотрю, все так появляются. Когда не надо. Так, пойдем-ка мы прямо. Да, кстати, ребята, а кому какой персонаж из этой игры нравится больше всего? Напишите в комментах. О, носок! Стой! Да куда же ты? Все время убегаешь. Ему мы пока не интересны. А вот как только мы соберем побольше тетрадей, он от нас убегать уже точно не будет. А ща решаем еще задачки. Все, поучились, побаловались и отправляемся дальше на поиски тетрадей. Так, а ща посмотрим только, куда пойдем. О, вот сюда, где елочки. Мы там еще не были, вроде бы как. Коридоров тут, конечно, много. И длинные. Прям так и хочется побегать. Да что это за звук такой напряжный? Кто это приближается вообще, а? Ребят, кстати, кто знает, напишите в комментах. Фух, отдаляется. Значит, мы проскочили. И переменка, я слышал, кого-то там перехватила. Так что, класс, мои уши спасены. И ваши тоже, кстати. О, а пойдем-ка посмотрим, как там Балди. Может, очнулся уже? Он вот тут должен быть, за этими желтыми дверями. Поиграй со мной! Не сейчас, мы уже играли ж. Хочу еще. Вот с Балди поиграй. С ним не хочу. Ну что, поехали. Да, блин, приставучка. Да, 3, 4, 5, можешь отдыхать. Все, иди, переменка. А мы посмотрим Балди, как он тут. Пришло время уборки. Чистит. Эй, уборщик, я не понял, а ты куда свалил-то, а? Ты ж даже не убрался. Вон Балди так и лежит в луже, гримашейка. И попивает его. Ха-ха, носок. Исчез, я так и знал. Какой-то он загадочный прям. Я бы даже сказал застенчивый. Короче, милашка, но это пока. И я знаю его слабости. Ребят, а вы знаете? Напишите в комментах. Вот ты, блин, уборщик, напугал. Зачем так орать-то, а? Я понял, это чтобы все знали, что ты убираешься, да? Вот хитрец. Не бегать. Директор, мы не бегаем. А вот вы, кстати, носитесь тут по коридорам. Слышите, кто-то двери открыть не может. Такое ощущение, что кого-то заперли. Не-а. Да понял я, бегать нельзя. О, тетрадь, неужели? Может, в ней что-то интересное еще будет? Хотя это навряд ли. Ага, размечтался. Так, тут ответ 5, следующий 1. И третья у нас... дошло до меня! Я знаю правильный ответ! И какой же, спросите вы? 1-1-1. И он, конечно же, тоже неправильный. Не установлю зрение из-за каждой твоей ошибки. Удивил прям. Балди, ты же специально задаешь нерешаемый пример. Да-да, именно нерешаемый. Его решить невозможно. Проверено. Так что злись, балдос, сам на себя. А я тут ни при чем. Так, а где все-то? Я знаю. Тут, наверное, переменка пробежала. А точнее, пропрыгала. Вот все и сбежали. Ха-ха. Играть! 1, 2, 3, 4, 5. Все, вали и отдыхать. Блин, переменка. Вот только вспомнила тебе минуту назад, и ты тут как тут появилась. Ты чё, меня слышишь, а? Так, я когда прыгал, слышал свист. Или мне показалось? Но нет, точно слышал. Значит, Балди тоже тут где-то ходит по коридорам бродит. Или он там лежит и посвистывает. Ха-ха. Так, ладно, порешаем-ка задачки. И мне это, кстати, нравится, ребят. А вам нравится решать задачи? Напишите в комментах. Все, вроде как нормальные порешали, а этот ответ будем выдумывать. Я слышу каждую дверь, которую ты открываешь. Балди, конечно слышишь. Все слышат, как я открываю двери. Они же тут скрипучие, так что ты нас не запугаешь. О, какой длинный коридор. Нужно пробежаться. 100 пудов, пока никого нет. Фух, приз, это ты? Я думал, там директор. Так, сворачиваем, а то назад мне как-то не очень хочется. А приз меня уже подметил. Так что переждем пока что тут. И задачки заодно порешаем. Кстати, это 7-я тетрадь. Класс. Так, тут у нас ответ 9, а вот тут у нас ответ 8. И третий ответ, вот такой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и т.д. Короче, все равно неправильно будет. И да-да, я знаю, что ты злишься, лысая башка. Приготовься, я иду за тобой. Наделся. Тебе лучше бежать, пока я тебя не поймал. Понял. И выход близко был. Капец, размечтался. Так, нужно быстро бежать. Бегом. Балди, а что тут вообще произошло-то, а? Почему все такое розовое? И трясется. Мы что, у тебя в желудке, что ли? Ха-ха. И ты нас сейчас выплюнешь? Ой, не могу. А что, похоже, он же нагримасился перед этим. Ха-ха. Так, ищем выход. Но мне кажется, этот коридор вообще не заканчивается. И где вообще все подевались-то? Аушки, кажись, мы у Балди в брюшке. Ха-ха. А у меня, походу, крыша тю-тю-тю. О, столовка. Гу-гу-гу, через нее сократим. Иди сюда. О, блин, назад. И полный вперед. Нам балдос на пятки наступает. Ох, можно поноситься, пока директора нет. Бежим с ветерком. Блинка. Пока это...
Энерджи не закончится. Надеюсь, мы к этому времени выход найдем. Да-да, Балди, мы его точно найдем. Не бегать! Да, конечно! Давайте все сюда! Только вас мне сейчас и не хватало! За мной вообще-то Балди гонится! Так, где, блин, этот выход? О, вот он! Стопудов он! Выходим, быренько! Блин, ты выиграл! Однако есть возможности для улучшения! Сходи ко мне в офис и получи несколько советов! Я думал, получи приз. Ну или подарок какой-то. Окей, прям заинтриговал. Интересно посмотреть, что же там нас ждет. Так, заходим. Ничего себе, тут прям Макдак настоящий. Неплохо ты, балдос, устроился. Так, нужно что-то заказать. Мне бургер, пожалуйста. Понял. Давайте тогда Грима шейк. У вас его тут полно. И бананчика. Да-да-да, у нас получилось убежать от Балди. Это было прикольненько. Ребят, а как вам? Напишите в комментах. А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты. И, конечно же, поддержку. Я это очень ценю. А на сегодня это все. Всем пока-пока! До следующего видео!